По объявлению насчет обмена. Соседи, к вам. Насчет обмена. Да-да-да. Я специально в такую рань, иначе по конторам разбежитесь. Ага, прошу. Типичный случай, планировка типа гей-славяне. 12,5. 12. 16? Ага. 19. 19. Тоже с половиной. Кладовка там. Так, а это значит у вас кухонька. Кухня. 5,5. Кухонька, залипухонька, 2 сели, 3 на цыпочках. Между прочим, я вот стакан чая не отказал. Пожалуйста. Не сочтите за нахал. Не сочтем. Надуют вас, соседи. Да, трудный парень. Что вы предлагаете? Спасибо. И я? Да. Ничего. Пока. То есть как это ничего? Я вас не совсем понимаю. Могу помочь. Хобби у меня такое. Квартирка у вас так себе, да и внизу. Оплот цивилизации. Да, да, да. Винный магазин. За такую 2 одиночки, а не то, чтобы 2 с 1 дают. Ну и сколько стоит ваше хобби? Скажите. Недорого. Рубль. Я не поняла, в каком смысле рубль? Это что же так сказать, когда щенка даришь, надо хоть пятак взять. Обычай такой, да? Рубль не знает, что такое. Ну, почему мы знаем, рубль есть рубль. 1000. 1000? Вы знаете, я не Рокфеллер, а она не вдова Анафиса. Жаль. Да, знаете, мы уж как-нибудь сами. До свидания. До скорого. Телефончик. Никуда не денетесь. А чтоб я не спутал, так и не зоветесь. Рокфеллер Совровой. Ну, теперь все в сборе. Вот ты, Рокфеллер Совровой. Прошу вас, друзья мои, садитесь. Коля! Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, полтинник дома не забыл? Держите. Тут все свои. Пересчитывать не надо. 500, да? 50 копеек. Значит так, многострадальный май. Двухкомнатная у вас на Преображенке, одиночка в Чертаново. Планы, этажи, транспорт, вид домов с улицы. Ознакомьтесь, повнимательнее. А я. Обмен века. Пьем за ваш успех. За то, что всем вам чертовски повезло, что вы, наконец, решили свои проблемы. Одни соединились, другие, наконец, избавились друг от друга, и все получат свое место под солнцем. Вот теплый стан переедет в Кишинев, Кишинев в Мытищи, Мытищи в Батуми, Батуми в Сокольники. Сокольники, если мне не изменяет память, к вам, Рокфеллер Совдовой. И, полагаю, мы все помним, друзья мои, что все это честно, без всякой липы. Верно я говорю? Верно. Пейте, граждане, закусывайте, танцуйте, плевать нам на деньги. Живем один раз. Ну как? Подходит? Ну что ж, как вам сказать, на первый взгляд, в общем, да.